Здравствуйте, это рубрика «Здоровый разговор» и с вами Екатерина Демьянова. И сегодня мы в гостях в клинике Оригитея. В духе лучших русских традиций сытно и весело отметили широкую масленицу в самом центре Твери, в клинике доктора Мухиной Оригитея. Провожать зиму и встречать весну сюда позвали жители города. Гостей праздника ждала насыщенная, интересная развлекательная программа, и чего в ней только не было. Заряд бодрости подарили специальные конкурсы, где женщины соревновались в том, кто изящнее всего пронесет на коромысле тяжелые ведра с водой, а мужчины на скорость вязали березовые веники для бани. Ну и какая масленица без блинов? Блинами на празднике угощали от души. Оценили гости и необычное блинное канапе. Мы всегда чтим традиции нашей земли, обожаем наши обычаи. Как раз сегодня мы чучело не сжигали, но сегодня были прям хороводы, пляски, танцы. Всех пришедших проводить зиму вместе с Оригитеей ждали призы, подарки и другие неожиданные сюрпризы. А для тех, кто пришли с детьми, психолог провел детский тренинг. Кстати, подобные тренинги вскоре будут проходить в клинике по воскресеньям на постоянной основе. В этот день с собой на процедуры можно смело брать детей. Они точно не останутся без присмотра и не заскучают. Занятия с ребятами проведут квалифицированные детские психологи. В клинике Оригитея напоминают, зиму проводили, теперь самое время подумать о себе и своем внешнем виде. Каждая женщина хочет встретить весну и грядущее лето во всеоружие, радуясь своему отражению в зеркале и чувствуя прилив новых сил. Природа вот нам сейчас помогает очень хорошо заняться весом, заняться собой и в этом смысле пройти такое некое очищение и естественный детокс. В клинике доктора Мухина знают, как привести себя в порядок за короткие сроки и не навредив собственному здоровью. Без ущерба для здоровья – это значит под контролем врача. И мы разработали целую серию программ уникальных, очень доступных, очень демократичных по цене и очень приятных даже для снижения веса. И об этом вы можете узнать на нашем сайте. Процедуры для избавления от лишнего веса и улучшения внешнего вида кожи включают глютеопластику кетгуд-терапии, корбоксетерапию, фейслифтинг кетгуд-бандажирование, метод золотой иглы, различные пилинги и многое другое. Это знаменитая точка Хэгу, которая улучшает иммунитет, и точки по меридиану толстого кишечника, которая прекрасно активирует моторику и улучшает эвакуацию. Точки по меридиану легких, которые улучшают фагоцитарный захват в легких. Если вы хотите подготовиться к летнему сезону правильно, то специалисты клиники Оригитея смогут вам помочь в этом. Клиника Оригитея ждет своих пациентов в Твери по адресу: улица Андрея Дементьева, дом 40.